Всем привет, вы на канале Колкубрис. Сегодня я купил вот такие вот тикеры-токеры. Вот, эта акция проводится в ленте. Получается, с 15 октября до 29 ноября она будет проводиться. Вот так вот. У меня были тикеры-токеры 1. Они были в виде скрипшей 2. Вот, я купил сегодня вот такие вот пакетики. Кстати, вот такой вот один пакетик дается за каждые 1500 рублей. Вот. Отдельно его можно будет купить в магазине за 80 рублей. Давайте посмотрим на пакетик, что тут написано. Ну, тут у нас набор из патчек какого-то и наклеек, тату. Сейчас откроем и посмотрим. Главное, чтобы не попались повторки. Я первый раз смотрю на эту акцию. Просто сегодня покупал продукты и мне выдали такую акцию. Кстати, вот это я купил за 80 рублей, а это мне выдали за покупку. Вот сколько там? 1500 рублей. Обязательно, друзья, подписывайтесь на канал и ставим лайк. И мы открываем и видим то, что здесь. Что, ребята, напишите в комментариях, что это. Это у нас вот такое тату. Тату и... О, ребята, сейчас, что здесь написано? По-английски? Что это? В общем, тут что-то написано. Если вы умеете так читать, то напишите в комментариях. И смотрите, что мне попалось. Такой прикольный патч. Это у нас сама лента. Я в шоке, конечно. Вот такая вот лента. Напишите в комментарии, если вы собирали эту акцию, какие есть у вас патчи и какие у вас есть тату. У меня тату с такой молнией. Далее мы будем открывать. Ну ладно, сейчас мы будем открывать и посмотрим, что там такое. У нас выпал вот такой вот пин. Так, прикольный. Откроем следующий. Я его покупал за 80 рублей. Так, и посмотрим, что там находится. Я не знаю, что там находится. Походу повтор... А, нет, друзья. Там что-то новое. Там что-то новое. Это все под солнышко. Все под солнышко. И вот такой вот... Оп, ребята. И вот такой вот, конечно же, тату. Вот. Напишите в комментарии, что здесь написано. Оп. Ну, короче, здесь написано... Наоборот, чтобы когда вы наклеили на руку, у вас было написано все как на этом тату. И такой вот патч, все под солнышко. Два таких вот патча в этом видео нам выпали. Напишите в комментариях, какие у вас есть патчи, как им пользуются. Так, давайте посмотрим инструкцию. Тут должна быть инструкция, кстати. Вот, инструкция. Инструкция по использованию. Не используйте для чувствительной кожи. Вот, не используйте вокруг глаз полностью. Так, тату изображением кожи. Получается, подержите под давлением 20-30 секунд. Затем аккуратно снимите бумажку, основу дайте высохнуть. То есть нужно дать высохнуть. И затем уже можно будет снимать и... Будет такой вот патч. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, пишем комментарии, какие у вас выпали патчи, и всем пока.